заявленной фирмой «Камов» боевой вертолет К-50 на выставке не представлен. На демонстрационной площадке другая новая машина этой же фирмы. Корабельный транспортный боевой вертолет К-29, имеющий следующие характеристики. Взлетный вес 11 тонн. Вес боевой нагрузки на внешней подвеске 4 тонны. Скорость полета около 300 км в час. Экипаж 2 человека. Вертолет оснащен новым ракетным комплексом УРБ. Мисс Нельсон, вы перевернули все Министерство обороны с ног на голову, чтобы добиться своего. Надеюсь, теперь-то вы довольны? You turned the whole Ministry of Defense down to get what you wanted. I hope now you're satisfied. It's my job to fight. Это моя работа — сражаться. Батальон на специальное назначение майор Гусаров. I am glad to welcome you at our testing ground. What kind of show you have prepared? Какое шоу вы для нас приготовили сегодня? Поживем, увидим. Let's wait and see. Интересно, почему, когда русские стреляют, они пытаются экономить боеприпасы? Может, вы покажете, как стреляют у вас? Maybe you show how they shoot in your country. With pleasure. С удовольствием. Прошу. This way, please. Не пуха. Which? Сергей, с автоматом на исходную. Есть. Эффектно стреляет. Разрешите? Действуй. Мисс Нельсон, вы стреляете эффектно, но не поразили одну мишень. You shoot very effectively, but it hit the last target. So what? А вот что. Василий, ко мне. Я так понял, что последнюю мишень вы оставили для нас. Василий, ты видел, как стреляла тетя? Сможешь так? Постараюсь. Сергей, автомат с подствольником.